Бригадир Уткир Умаров навсегда запомнит эту ночь. В бытовку на стройплощадке ворвались трое мужчин. Надели на голову бригадира целлофановый пакет и, угрожая пистолетом, вывезли в лес. Ходили трое. Один, который работал, а двое незнакомые. Вооруженным был. Ну, потом что, мне сказали, давай поговорим на улице. И потом вышли на улицу, сразу мне руку задержали двое. И один пакетик одевал, все грузили в машину в неизвестном месте. Уткир Умаров стал жертвой своих же бывших подчиненных строителей. Вымогатели требовали у бригадира 40 тысяч рублей за якобы выполненную работу. А когда тот отказался платить, поставили начальника на счетчик. Выбежав из леса, Уткир Умаров сразу же обратился в оперативно-розыскную часть милиции. Главного подозреваемого задержали при передаче денег. Этот момент оперативники зафиксировали на скрытую камеру. Когда подозреваемый в вымогательстве начал в открытую прилюдно избивать человека, то вмешался милицейский спецназ и задержал подозреваемого. Я его хотел просто пугать, чтобы он побыстрее эти деньги нашел, кто-то должен на родину уехать. Сейчас подозреваемый дает признательные показания. Изъятый пистолет Беретта оказался муляжом. Возбуждено уголовное дело по статьям вымогательства и незаконное удержание. Сообщники задержанного находятся в розыске. Полина Кузянина, Раиса Силина, Иван Кузнецов. Новости сейчас.